«Синяя птица» пьеса Мариса Митерлинка в шести актах, написанная в 1908 году, впервые была поставлена 13 октября 1908 года в МХТ. Известен также вариант в виде сказки для детей в десяти главах, составленной гражданской женой Митерлинка или Леблан. Пьеса проникнута, глубокая идея автора — быть смелым, чтобы видеть скрытые, действующие лица, мать, тиль, тельтиль, метель, Ей, э, души, часов, хлеб, огонь, пес, кошка, вода, молоко сахар, душа света, отец Тиль, бабушка Тиль, дедушка Тиль, Пьеро, Робер, Жан, Мадлена, Пьерета, Полина, Рикетта, ночь, сон, смерть, призраки, насморк, духи тьмы, ужасы, звезды, дух дуба, дух бука, дух вяза, дух тополя, дух сосны, дух кипариса, дух липы, дух каштана, дух березы, дух ивы, дух Дука. кролик, дух плюща, конь, бык, волк, корова, волк, баран, свинья, петух, коза, осел, медведь, тучный блаженство, самое тучное блаженство, рабыни, великие радости, детские блаженства, домашнее блаженство, лазоревы дети, хранительницы детей, король девяти планет, время, соседка Берлинга, ее внучка, сюжет, в ночь под Рождество мальчика и девочку Тельтиль и Метиль посещает фея Берилюна, внучка феи больна и спасти ее может только синяя птица, благодаря волшебному подарку феи дети получают возможность видеть душу вещей, неживые предметы преображают в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за сказочной синей птицей, но она улетает. Критика, прозаик, поэт и публицист Дмитрий Быков так отозвался об этой пьесе. Это очень хорошая пьеса, может быть лучшая в двадцатом веке. Не только потому, что она учит верить в мечту и искать истинное блаженство. Это как раз довольно просто. И не зря Станиславский ругал в письмах к друзьям Митерлинковские банальности. А потому, что она, как и все, все символистское искусство учит правильному мировоззрению Известные постановки 13 октября 1908 года «Синяя птица» Московский художественный театр Режиссер К.С. Станиславский Композитор Илья Сац Художник Владимир Егоров Возобновлен в 1923 году в В.Л. Мчеделовым 1918 Саратовский тюз Это был самый первый спектакль саратовского тюза 2007 Саратовский академический тюз Им. Киселева 2013 Свердловский государственный академический театр драмы в рамках проекта «Молодой театр» Режиссер Дэс Зимин Известные экранизации 1910 «Синяя птица» The Blue Bird. 1911 «Синяя птица» 1918 «Синяя птица» The Blue Bird. 1940 «Синяя птица» The Blue Bird. 1970 «Синяя птица» 1976 «Синяя птица» The Blue Bird. 1980 «Синяя птица» птица 2013 в аниме Хаккендон. Тау Хаккен Бун в третьей серии второго сезона главный герой Шина читает синюю птицу слепой девочки. Комментарии.